Твою мать! Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и как вы все уже прекрасно понимаете, это новая серия USB флешки подписчика. Я до сих пор не представляю, что нам нужно с ней делать. В любом случае, мне кажется, и вы тоже уже ждете не дождете, чтобы выяснить, чья же эта флешка, потому что никто из вас не хочет признаваться. Напиши в комментах, твоя ли это флешка или нет, потому что меня уже заколебало это мучиться каждую серию и выяснять, кто же меня хочет подставить, затроллить или еще что-то там. Ладно, давайте мы ее опять воткнем. Карты. Супер секретная... А, кстати, кто не знает, что было в предыдущей серии? Просто на секундочку. Да, вот смотрите, вот что было в предыдущей серии. Кто-то забрался в мой дом и... Просто снял, как я принимаю душ. Я до сих пор не знаю, кто это был. Как? Я его не слышал, потому что музыка очень громко играла. Но это еще не все. Кто не знает, в предыдущей серии мы увидели то, что появилась новая папка, которая называется «Тебе пришел конец. Только попробуй открыть». Я ее попробую открыть. Прямо сейчас, наверное. Ребят, если после того, как я открою вот эту папку, меня не станет, меня убьют или мой канал взломают, давайте мы хотя бы напоследок поставим огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию. Если наберем 30 тысяч лайков, если я выживу, я обещаю то, что я сделаю еще одну серию USB флешки подписчика. А сейчас, мне кажется, уже даже не стоит терпеть, просто открываем. Все. Потому что я уже не верю этому всему, я все знаю, называется архив. Архив. Уже не папка, уже не карта, уже не какой-то файл, а архив. Ну давайте мы откроем этот архив. В этом архиве находится MP4 файл, то есть видео, которое называется «Я все знаю». Если в прошлой серии этот человек заснял, как я принимаю душ, то мне даже не хочется представлять, что он сейчас мог снять, допустим, как я сплю. А, в смысле? В смысле? В смысле? Я не могу открыть этот файл, а если я его перетащу куда-то? Я его даже перетащить не могу. Кто не понимает, что происходит, этот файл зашифрован паролем. Нужно ввести какой-то пароль, чтобы открыть этот файл и посмотреть вот эту запись. Чё-то так... Ладно, что тут еще есть? Может, он мне какие-то подсказки оставил? Супер секретная папка, не открывать. Тут видос с душем и может какая-то карта по... Так! Появилась новая карта, которая называется «Тебе нужно это пройти». Пароль. Пароль! То есть, когда я пройду вот эту карту в Майнкрафте, это же карта Майнкрафта, когда я ее пройду... В этой карте Майнкрафта есть пароль, с помощью которого я смогу открыть вот этот архив. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Устанавливаем вот эту карту и погнали. Вопрос. Почему это карта троллинга? Почему он меня закинул на карту троллинга? То есть мне нужно пройти какое-то его испытание на карте троллинга, чтобы я смог открыть эту папку с каким-то суперсекретным файлом. А как мне попасть вообще на карту? Тут какой-то есть пароль. Тут есть какой-то замок. А как... Твою мать. Как я ненавижу этот замок, я даже помню, когда я записывал троллинг. Если ты заходишь в этот электронный замок, ты с него уже никак не сможешь выйти. Тебе сейчас нужно угадать пароль. Какой? Нет, я вышел! А, можно все же выйти с него. А чё ж я тогда не знал, что с него можно выйти? Ладно, какой пароль может быть, ребята? 28, папиросим? Нет. 69? Да. Загадать пароль, любимую цифру Эдисона. Гениально. Ты тоже согласна? Гениально просто. Гениально, гениально. Гениально, слышишь, курятина? Гениально, это просто гениально. Ядрёна мать, только не это, пожалуйста. Я знаю это испытание. И мне кажется, что нам стоит поставить тут спаунпоинт, если я буду... А я буду, мне кажется, много раз умирать. Бам! В смысле? А куда... А куда мне нужно было? Так, хорошо, смотрите. Мне нужно подлететь вверх. Мне нужно нажать на вот эту фигню. Еще одну такую дичь. Она меня отправит туда. Потом нужно нажать вот сюда в полете. Она меня подкинет... Да вот туда, и вот оттуда я уже долечу на вот этот крест. Или что это такое, я тоже пока что не могу понять. Только мне кажется, слишком сложно будет.
Ладно, давайте. Ребят, вы готовы? Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. Раз. Два! Это ж... Собака сутулая, да еще что так сложно, блядь, подождите. Раз. Давай, 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 подлетели, подлетели, подлетели. Два! Два, 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 быстро, 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 быстро. Твою! Дивизию. Ну, смотрите, уже, мы уже до третьей дошли. Ребят, подождите, что я хочу вас попросить? Быстренько, пока такая небольшая пауза. Я хочу тебя попросить подписаться на канал прямо сейчас. Потому что у меня в ближайшее время будет уже, я надеюсь, 3 миллиона подписчиков. И ты как раз-таки этому можешь очень сильно поспособствовать. Ребят, подпишитесь прямо сейчас на канал. Кто первый раз узнал о моем канале, и те, кто уже давно меня смотрит, до сих пор почему-то не подписаны, подпишись, пожалуйста, прямо сейчас, чтобы 3 миллиона подписчиков стукнули как можно скорее. Я обещал то, что на 3 миллиона подписчиков я сделаю длинный, очень длинный стрим. Очень длинный, чтобы ты понимал стрим. Поэтому подписывайся прямо сейчас, а мы погнали дальше. Раз! Два! Давай, 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 давай! Три! Три, три! Вылетел, 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 вылетел! Да! Я вспомнил, почему я так ненавижу троллинг, потому что это троллинг! Ладно, меня этот дебилус троллит уже не знаю в какой раз. Так, быстро! Не успел прилететь. Ладно, раз. Два. Долетаем, 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 долетаем. Ебона мать. Ага. Быстро долетаем, долетаем. Да, 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 да. Сейчас сюда, 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 сюда. Да. Да. Черт, так. Чья это флешка? Fuck you, bitch, соси кирпич, напиши в комментах, твоя ли это... Признайтесь, пожалуйста, уже наконец-то, чья это флешка. Так, что может находиться в этом сундуке? Что может находиться в этом сундуке? Может там пароль находится? А может суперсекретное зелье, которое поможет мне набрать 3 миллиона подписчиков? Или суперсекретное заклинание, которое поможет мне набрать 30 тысяч лайков на этом ролике? Мне кажется, мы не узнаем, пока не нажмем на этот сундук и не посмотрим, что же там внутри находится. Палыч, сутулый! Он даже тут меня затроллил! А зачем я это все проходил, если он... Ладно, пошел ты в сраку! Пошел в сраку! Все, я не буду больше эту лабутыгу проходить, заколебал! Ты понимаете то, что я это все проходил просто напрасно? Просто напрасно, потому что, ну, все! Я долетел до сюда, до этого креста, и там ничего не было. Почему здесь дырка? Лох! Почему ты сразу сюда не посмотрел? Вот подсказка. Какая подсказка? 60... 60... Так вот, подсказка, 69 цифра. Подсказка 69 для вот этого пароля. Для вот этого электронного замка, уже куда я вошел. А почему первое молоко? Что молоко? Молоко 69? То есть это... Слушайте, а может это пароль? Молоко 60... А ну, давайте быстренько посмотрим. Тебе пришел конец, папка. Я все знаю. Быстренько. Этот файл перемещаем вот в эту папку. И пароль. Пароль, пароль, молоко 69. Сейчас, пожалуйста, давайте мы дружно все возьмемся за руки. Закроем глаза и будем, скрестя пальцы, молиться, чтобы это был тот пароль. Потому что я больше не хочу возвращаться на ту карту. Пожалуйста. Я ввел правильный. Да, правильный, молоко 69 пароль. Давайте. Раз, два, три. Да! Тихо, Дизан, тихо, 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 тихо. Я не знаю, что я так радуюсь, потому что, возможно, сейчас моя смерть уже пришла. Ребят, вы готовы посмотреть вот этот файл? Который, кстати, был записан совсем недавно. Ладно, вы готовы? Давайте. Thank you.
Это не смешно, это не смешно. Честное слово, я просто сейчас позвоню нахрен в полицию и посажу вас. Кого-то из вас я просто нахрен посажу в тюрьму. Ребят, вы с ума сошли? Вы просто с ума сошли? Вы понимаете то, что я даже не могу пойти в торговый центр и заказать себе кофе и выпить кофе, потому что меня с подтишка откуда-то там снимают. И кто меня снимает? Признайся в комментах, твоя ли это флешка. Все, хватит, пожалуйста, хватит. Все. А может даже у меня сейчас дома где-то скрытые камеры какие-то находятся? Твою мать, у меня уже паранойя!